Вот так вот Кибартас выходит на финал многоборья и абсолютно правильно поступает. Ну, давайте вот на Степку Олега еще посмотрим. Тоже очень опытный спортсмен, участник чемпионатов мира, призер чемпионата мира на брусьях. Как раз в тот момент выступавший за Азербайджан. Элемент Типельт. Хороший специалист именно на этом снаряде. Шаг большой на приземлении, конечно, после двойного сальта. Ну, сложно сейчас Олегу, безусловно, потому что хорошая тоже конкуренция присутствует. Переход к следующему виду соревнований. Так, конечно, исполнение довольно хорошее. Базовая сложность неплохая. Я напомню, вместе с Иваном Стритовичем он тренируется у Кощинова.